В преддверии важного праздника для страны в Западно-Казахстанском университете имени Мухаммеда Утемисова была организована международная научно-практическая конференция «30 лет независимости. Возрождение национального самосознания и ценностей Великой степи». В мероприятии приняли участие ученые и преподаватели казахстанских и российских вузов, представители проектного офиса Рухани Жангру, гражданских общественных институтов, магистранты и студенты. В начале международной встречи исполняющий обязанности проректора Западно-Казахстанского университета по международным отношениям и научным трудам Кажмурат Ахмеденов поздравил всех с наступающим праздником и остановился на важности конференции. Он отметил, что все достижения и победы Казахстана внутри страны и на мировой арене связаны с именем Елбасы, первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В ходе встречи своими предложениями, докладами и приветственным словом в онлайн-режиме выступили российские ученые. Об этом все свое время во всех своих выступлениях говорит и Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, и президент страны Касым-Жомарт Кемелев Токаев. Вот недавно только, мы до этого знаем, что по инициативе Елбасы в 95 году еще был создан Ассамблея народа Казахстана, которая представляет интересы различных этносов, проживших в Казахстане. Ассамблея представлена на очень высоком политическом уровне. Представитель ассамблеи является депутатом парламента Республики Казахстан. И это уже означает, что у нас этнополитика на самом высоком уровне. Участники научной встречи, сделав политический, правовой и социально-экономический анализ становления государства, обсудили вопросы формирования и развития правовой системы общества. Были заслушаны доклады на темы национальная модернизация, национальный алфавит и свод его правил, наследие Аль-Фараби и другие. Разумеется, без национальных ценностей, без национального кода не выстоит ни одно государство. Основа нашего Казахстана – это наши традиции. Наша задача – укреплять эти ценности. Нужна пропаганда истории, литературы. Считаю, что благодаря программе «Рухани Жангру» мы усилим и укрепим нашу политику. На конференции была открыта выставка «Независимость. Источник вдохновения и силы казахского народа». Алмагуль Джампиисова, Алтынбек Танышкалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.